Нетани? У тебя нет ни шанса. Ты не знаешь, насколько рык предков силен. Мне это и не нужно, Кайон. Я и без него была, и буду командиром отряда. Без рыка предков? Только тот, кто готов отказаться от рыка предков. Овладеет им сполна. Все верно, Витани. Внимание! Избрав поединок, даже без рыка, Витани доказала, что она сильна духом. Витани и твой славный отряд, вы новые хранители земель Прайда. Витани, как командир отряда, прими знак хранителя и рык предков. Рык предков? Да, Кайон. Мудрый поступок. Аскари? Тот самый командир первого отряда. Анга, видишь то облако? Отпустив рык на волю, ты полностью им овладел. Ясно, Аскари. Но раз я сам ушел из командиров, выходит, что рык мне ни к чему. Есть место, где он многим принес бы пользу. Земли древа. Ребята, поможем королеве Рании и ночному прайду. Есть! Так точно! Круто! Да! Да! Земли древа, ждите, мы к вам!